облачка, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. Чую я комнату тайком, желаю заглянуть. Как бессонница, час ночной, меняет нелюдимое в облик твой. Чьих не помнится три дней, зачем же я охотиться на людей? Колдуна. Все сходится. Вот кукла, вот колдун. Все. Все? Гештальт закрыт. С наступающим, друзья! Ну ты настоящий прям, не знаю, такой тайный Карабас-Барабас. Открылся в таком образе. На самом деле, я понял, Дима просто скучает по шоу «Фантастика». И пришел в своем. И мы ужасно скучали. А он скучали. Никакой не мучитель, а просто наш добрый учитель. Я добрый колдун. Уважаемый фантом, как вы думаете, кто может находиться в нашей уважаемой Матильде? Я думаю, в такой уважаемой Матильде может находиться какая-то молодая девушка. Но есть версии какие-то? Нет. Давайте мы Диму отпустим. Давайте. Поблагодарим за это выступление. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Колдун. А вас, Матильда, я попрошу остаться.